Мы стоим на пороге нового события, новой страницы в истории отечественного футбола. Начало сезона, который проводится на новой системе осень-весна, но тем не менее мы с вами будем участниками, я надеюсь, и зрителями замечательного начала, традиционного, это матча за Суперкубок России. Я хотел бы вам напомнить, что когда в последнее время мы выбираем место проведения этого матча, мы прежде всего думаем о том, что российский футбол должен развиваться повсеместно, и поэтому не случайно из многих претендентов на проведение этого матча мы выбрали город Самару. Мы хотели бы, чтобы это послужило импульсом дополнительным для развития, прежде всего, материально-технической базы, стадиона, клуба, города, региона. Так оно и получилось. Мы очень рады тому, что действительно в футбольном городе Самара, где по-настоящему любят футбол, этим праздником уживут много недель. Достаточно посмотреть на те фотографии, которые там, видеоматериалы, которые вам предложили сегодня. Действительно, город живет в ожидании футбольного праздника. И я убежден, что действительно этот праздник состоится. Потому что по традиции матчи проходят в упорной борьбе. Встречаются две сильнейшие команды. По итогам прошлого сезона это чемпион страны «Зенит» Санкт-Петербург и обладатель Кубка «Рубин» город Казань. Мы ожидаем действительно настоящего праздника. Кроме всего прочего, с учетом того, что несколько изменился регламент проведения соревнований, мы постараемся опробовать некоторые моменты, некоторые методики обеспечения безопасности. Ну и надеемся, что мы вместе там с вами встретимся и увидим настоящий красочный, зрелый, настоящий футбол. Хочу сказать, что самарским клубом, городом сделана колоссальная работа по подготовке к этому матчу. Вы ведь знаете все этот стадион. Стадион достаточно старый, еще в советские годы был сделан. И с такой, в общем-то, ну, средней инфраструктурой, ближе к плохой, да. И в настоящее время мы совместно с клубом провели колоссальнейшую работу. Сейчас вы не узнаете стадион. В принципе, все подъезды к стадиону заасфальтированы, все улицы заасфальтированы, проведено освещение. 24 часа ведутся работы. Я считаю, что Самара успеет провести этот праздник футбола. Она действительно, ну, колоссальная работа, колоссальное напряжение сил, людских ресурсов. Вчера я присутствовал на совещании у председателя правительства Самарской области. Два, это вице-губернаторы, и был еще один вице-губернатор, был мэр города, был заммэра города, были руководители профильных министерств. Все были нацелены на достойный прием болельщиков, на организацию быта прибывающих людей, это болельщиков «Рубина» и «Зенита», на то, чтобы это получился хороший праздник на самом деле. Присутствовала и милиция, будут достаточно, ну, серьезные силы задействованы в обеспечении охраны общественного порядка. И вот, наверное, вот мы как бы как эксперимент впервые мы как бы в чаше стадиона, основном чашу стадиона закрываем сотрудниками частных охранных предприятий и стюардов. Милиция будет содействовать нам в обеспечении охраны общественного порядка. Самарский клуб планирует следующий прием болельщиков. Значит, 13 сентября будет в дискотеке «Звезда» концерт нескольких рок-групп. 1500 болельщиков «Зенита» будут приглашены туда. 14 числа в 11:00 в фан-зоне стадиона «Металлург» будет проведен футбольный турнир между футбольными командами болельщиков «Рубина», «Зенита» и «Крыльев Советов». И, наконец, 15 числа в воскресенье в развлекательном центре будет проведен турнир из 32 команд по боулингу. Будет 8 команд «Зенита», 8 команд «Рубина», 16 команд «Крылья Советов». То есть досуг, в общем-то, будет обеспечен. Что касается, значит,
приема болельщиков. Нам подтвердили, что «Зенит» подтвердил, в общем-то, уже 3 автобуса с болельщиками. Остальные болельщики будут добираться самоходом, вот, на разных видах транспорта. И знаем, что 90% болельщиков «Рубин» приезжают в Самару одним днем. Поэтому в основном, конечно, гостей будет большее количество из Санкт-Петербурга. В преддверии сезонов, как и во многих странах мира, такой матч победитель Кубка, победитель национального календаря встречается в очном споре, как бы такая хорошая запевка перед хорошим футбольным длительным футбольным марафоном в национальном календаре. Необходимо также отметить, что действительно впервые и по... У нас получается очень хорошо смоделированная режиссура, когда, понимаете, по при старом розыгрыше структуры распределения соревнований весна-осень мы как бы получая чемпионы и обладатели Кубка в конце мая, чемпионы в конце ноября. Встречались они где-то у нас в другое время. Вот в этой части спустя, после 9 мая прошел финал Кубка, и мы сегодня и в конце мая получили чемпионы и обладатели Кубка, и вот уже через буквально почти 2 месяца они встречаются в очном споре, так же, как и участники команд, закончив чемпионат и победители Кубка, уже начнут розыгрыш участия в европейских кубках в тех практически составах, которые есть. Вот в этом, я думаю, в этом, безусловно, конечно, есть плюс. Из истории Кубка можно сказать, что действительно здесь встречаются наши элитные команды, обладатели Кубка, обладатели золотых медалей национального чемпионата. И в преддверии этого матча мы предполагаем, и в принципе организационная работа проведена уже достаточно большая, и Российский футбольный союз, и премьер-лига провели большую организационную работу. Я думаю, что действительно хорошая запевка перед началом футбольного чемпионата должна получиться именно 14 июля в Самаре. Идеология вообще как бы пойти в регионы была у Российского футбольного союза не только в Суперкубке, но и в Национальном кубке. Поэтому вот это что наши кубки, как национальный кубок, это и суперкубок, скажем так, идет по стране, шагает по стране. Это, безусловно, конечно, идет на пользу футболу, популяризации футбола, привлечения зрителей, улучшения инфраструктуры, внимания властей, увеличению, поднятию статуса этого футбольного города, который принимает вот эти наши главные футбольные турниры, финалы. Поэтому в этой части, я думаю, футбольный праздник должен получиться.